Вот это вот скачок, две ноги участвуют. Причем вот вперед, назад. Вот смотри, в сторону, назад, вперед, в сторону, в сторону, в сторону, в сторону, вперед, назад. Есть вещи, которые касаются челнока. У челнока немножко по-другому, потому что одна из функций челнока – это вот, как бы с ноги на ногу, когда ты весом управляешь, когда ты можешь с одной стороны наваливаться, здесь можешь и здесь можешь. То есть, когда ты используешь перемещение переноса веса тела, и получается вот такая вот модель. Вот такая. Понятное дело, что она в бою модернизируется, она скрывается, и либо наоборот ложно рисуется.